Госдума рассмотрит в пятницу поправки о введении уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. Ранее Думский комитет по госстроительству и законодательству одобрил текст поправки. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, американские социальные сети развернули информационную войну против России, поэтому в стране необходимо принять решение об ответственности. Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей за распространение заведомо ложной информации. Предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до 3 лет. Если при этом используется служебное положение, то наказание может составить от 5 до 10 лет тюремного заключения. Если распространение такой информации повлекло тяжкие последствия, то срок лишения свободы составит до 15 лет. Предусматривается также уголовная ответственность за призывы к введению антироссийских санкций и к воспрепятствованию использования российских вооруженных сил для защиты интересов РФ. В Кремле заявляют об информационном терроризме в медиасреде и киберсреде Запада. Власти РФ утверждают, что ведут на Украине борьбу с нацизмом в рамках специальной военной операции.